На этом участке горводоканал проводил ремонт трубопровода. Теперь предприятие приводит дорогу в порядок после раскопок. Работу сотрудники водоканала выполняют, соблюдая всю технологию укладки от А до Я. Основное внимание уделяют качеству уплотнения дорожного покрытия. Щебенки укатывания производим. И после этого, значит, небольшой там срок для, значит, того, чтобы, как там, укатали машины, там покатались немножко, усадочку даст. И после этого уже мы приступаем, по определенные у нас сроки расписаны с УЖКК, там, мы уже укладываем после этого асфальт. Чтобы покрытие прослужило как можно дольше, асфальт трамбуют специальной виброплитой. Только после этого катком. На эти 50 квадратных метров дороги ушло около 6 тонн асфальта. Восстанавливать покрытие начали с центральных улиц города. Самые крупные проблемы водоканал уже устранил. В этом году у нас в зимнем периоде было порядка 150 раскопов. Я имею в виду, это не только асфальтовое покрытие, но и на газонах. На сегодняшний день у нас порядка половины уже восстановлено. Из крупных наших, там, скажем, раскопов остались только два. Вот этот на площади Ленина и один у ликероводочного завода. Всего же предприятию предстоит благоустроить еще около 50 дворов города. Работы ведутся по графику, который согласован с управлением ЖКХ. По словам директора горводоканала, на сегодняшний день они даже опережают утвержденные сроки. Работы муниципального предприятия довольны и в городской администрации. У водоканала есть собственная служба по благоустройству. Значит, у других сетевиков собственной службы благоустройства нет. И поэтому Владимир Водоканал, в связи с тем, что не нужно проводить торги на проведение данных работ, оперативно устраняет вот все свои повреждения, которые были при проведении ремонтных работ. На качество выполненных работ водоканал дает гарантию 3 года. Если в течение этого времени появятся выбоины, предприятие должно оперативно их устранить. Мониторят состояние отремонтированных участков как сами сотрудники водоканала, так и работники городского управления ЖКХ. Ольга Федина, Константин Миронов, 6 канал.